завтра с утра запустить движение, уже завтра в течение дня запустить движение по двум полосам, проводим инструментальное обследование, определились с объемами ремонта и восстановления второй полосы. Могу сказать, что мы уже заказали металл, собрали строителей, проектировщиков. Я думаю, что мы за сегодняшний день, за сутки мы поймем время, сколько нам нужно будет восстановить второй пролет. Барьерку я считаю, что вам сутки это максимальное время. Максимальное.